Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Період без школи, як учням безболісно повернутися до навчання, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психологиня Катерина Міллер. Пані Катерино, рада вас бачити у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як взагалі карантин вплинув на психоемоційний стан дітей, тому що дійсно довгий період без живого спілкування вніс, певно, свої якісь корективи. Ну, хотелось бы отметить, что карантин в этом году дети пережили значительно проще, потому что уже был опыт длительного карантина прошлого года и опыт карантина зимнего периода. То есть вот этот весенний карантин дети восприняли уже, ну, уже как само собой разумеющееся. Ну, а який взагалі от вплив приніс, можливо, і минулорічний карантин? Як змінився от їх стан психологічний, психічний? Ну, во-первых, дети стали более усидчивыми дома, потому что в прошлом году, конечно, это была такая образная истерика, детей невозможно было удержать дома, они не понимали, почему они должны вообще сидеть перед экраном телевизора, что это за форма обучения. А в этом году все было намного проще, намного спокойнее. Единственное, что, конечно, отмечают и педагоги, и родители, и детские психологи, это когда ребенок изолирован от коллектива, у него возможно повышение уровня тревожности, агрессивности, потому что ребенку обязательно нужно общаться в коллективе своих сверстников, коммуницировать, выплескивать какие-то эмоции на своих одноклассниках, как-то общаться, иначе все это выплескивается просто на родителях, на близких. Яке ставлення дітей до онлайн-навчання, як вони реагують на от таке сидіння перед екраном постійно? Вообще, с точки зрения детской психологии, конечно же, онлайн-формат обучения подходит детям с 11-12 лет. Но нужно быть реалистами и понимать, что ситуация сложилась крайне критическая. Оставлять детей в школах было, ну, просто невозможно, потому что риск заражения. Если и говорили, что дети не болеют, то они являлись переносчиками вируса. Плюс в последнее время отмечается все-таки рост заболеваний именно среди детей. И детки переносят достаточно тяжело эту коронавирусную инфекцию. Поэтому здесь важно отметить позицию родителей. Если родители спокойно, доходчиво объяснили ребенку, почему он должен сидеть дома, объяснили, что так сложилась ситуация, но что это не только ты, а все дети, абсолютно все учителя, вот вы, условно говоря, в одной упряжке, и лучше так, чем вообще никак, то, естественно, ребенок будет реагировать на это спокойно. То есть здесь зависит все еще от позиции родителя, насколько родители смогут объяснить. И сколько вот я общаюсь со своими коллегами, общаюсь с педагогами, то все говорят, что в этом году вот этот весенний карантин уже воспринимают все спокойно, ну потому что уже ушла вот эта первая волна возмущения, зачем, почему мы не будем, уже ушли вот эти идеи подписывать петиции «Мы против», то, что было предложено летом, огромное количество родителей хотели подписывать прям электронные петиции, потому что некуда деваться, потому что так складывается ситуация не только в Украине, а вообще в принципе в мире с пандемией, что дети, родители, педагоги вынуждены подстраиваться и вынуждены проводить обучение вот в таком вот формате. Поэтому сейчас уже даже выделяют определенные плюсы, минусы этого онлайн-обучения. Уже каждый для себя находит какие-то положительные моменты, потому что человеку свойственно подстраиваться под ситуацию, тем более ребенку. Психика в любом случае детская адаптируется к сложившимся условиям. Поэтому, уже повторюсь который раз, вот в этот карантин все было, ну, значительно уже проще. Завтра учні повертаються до навчання, офлайн. Які переваги та недоліки завтрашнього виходу з карантину ви б могли виокремити? Ну, давайте начнем з мінусів. К мінусам, звісно, то, що придеться перестроїти графік житті як дітям, так і родителям, тому що родителі і діти привикли к определенному ритму, зараз придеться його перестроїти. Ожидається вот этот стрес ранніх підйомів, зборів в школу і виходу. Когда говорят родители, говорят детские психологи о том, что ребенку сложно собраться и просто условно вытолкать себя на улицу.
И, конечно же, понятно, что дети только втянутся условно в этот процесс, и уже через 3 недели снова все закончится. То есть многие не понимают, зачем этого делать, зачем это делать. Но среди плюсов самый главный плюс, который хотелось бы отметить, это то, что дети, если брать аналогию проводить с прошлым годом, когда дети просидели, ну, грубо говоря, с марта до конца учебного года и вышли в школу в сентябре, им было очень сложно адаптироваться к новому учебному году, потому что, по сути, полгода дети сидели в изоляции. У них уже не формировались вот эти навыки коммуникации, и многие педагоги, многие детские психологи, родители отмечают, что в сентябре деткам было сложно начинать общаться, они отвыкли. Поэтому я думаю, что вот решение выпустить завтра деток в школу, все-таки организовать учебный процесс, в первую очередь связано с тем, чтобы дети перед окончанием учебного года, ну, условно вспомнили, что это такое вообще, как это ходить в школу, как это учиться. Следующий очень важный момент. У ребенка все-таки должен быть определенный график, определенный режим. И возможность ходить в школу, она вот позволяет ребенку все-таки каким-то образом и раньше ложиться, и раньше подниматься, и вспомнить, как это собирать портфель, как это вообще готовить одежду. То есть это очень важно тоже для развития ребенка. Следующий момент. Дети засиделись дома, им обязательно нужно общаться. И ожидается, что большинство детей все-таки соскучились по общению, ожидается, что детки будут с удовольствием идти в школу, потому что им нужно живое общение. Плюс, учитывая, какая погода на улице, для деток это возможность больше времени проводить на свежем воздухе. Потому что если, допустим, брать тот карантин, который был зимой, то многие родители отмечают, что дети просто сутками сидели дома и вообще не выходили на улицу. Все-таки свежий воздух очень полезен для растущего организма. Еще из плюсов хотелось бы отметить, что у детей есть все-таки возможность в конце учебного года лично пообщаться с педагогами, подтянуть какие-то свои, возможно, хвосты, сдать какие-то свои, ну, просроченные какие-то, может быть, зачеты, возможно, какие-то контрольные подписать, проконсультироваться с педагогами, с одноклассниками. Потому что одно дело, когда педагог — это онлайн какое-то, да, короткое общение, и в основном же педагогами выступают родители. А все-таки совершенно другое дело, когда есть возможность пообщаться лично с учителем, пообщаться с одноклассниками, проконсультироваться, может быть, даже со старшеклассниками. Я знаю, что многие детки, допустим, в школе, в которой учится мой ребенок, у них принято, когда старшеклассники помогают младшим деткам, как-то подтягивают их. Также среди плюсов хотелось бы отметить то, что дети с родителями оказываются, ну, как бы в равных условиях. То есть родители собираются, идут в школу, и дети собираются тоже. Как бы у каждого свои обязанности, у каждого какой-то свой определенный график, свой рабочий режим. Плюс детям очень важно уметь общаться без присутствия родителей, вне стен дома. То есть уметь выстраивать коммуникацию за пределами своего дома. Очень важно погружаться вот в эту школьную атмосферу. Очень важно общаться. Также среди плюсов можно для девочек, вот как один из аргументов, привести тот момент, что они могут выйти в школу, ну, условно, выгулять свои красивые новые наряды. А для мальчиков очень важно пообщаться, побегать, обсудить какие-то вопросы, потому что одно дело, когда это все онлайн, когда это в какой-то переписке в соцсетях, и совершенно другое дело, когда они это делают лично. То есть в любом случае плюсов гораздо больше, и понятно, что онлайн-обучение чем удобно, тем, что ребенок может осуществлять его не обязательно дома. То есть многие дети, возможно, разъехались к бабушкам, к родственникам, обзавелись там уже друзьями. Но с другой стороны, опять-таки, ребенку можно объяснить, что это же замечательно, что у тебя теперь будет больше друзей, у тебя будут друзья и там, где у бабушки ты был, и ты вернешься снова в свой коллектив. То есть самое главное для ребенка — это родителям уметь объяснить плюсы, потому что мінуси вони і самі знайдуть. Дякую вам за відповідь. Дійсно, ви неодноразово сказали, що багато батьків і дітей зараз не розуміє, навіщо виходити, залишилося провчитися менше 3 тижнів, навіщо ось цей зараз, скажімо так, переполох. Що от робити батькам і дітям, щоб, можливо, змінити їхню думку?
Ну, еще раз повторюсь, все зависит от родителей, потому что дети повторяют те фразы, которые говорят родители. Если в прошлом году многие родители говорили, что зачем это нужно, это не учеба, это непонятно что, то, естественно, дети повторяли эти же фразы, и такое же было отношение к учебе. Уже в этом году все-таки большинство родителей поняли, что уже пусть хотя бы так, чем вообще никак, более спокойно относятся к этому учебному процессу в формате онлайн-обучения, и, соответственно, дети тоже более спокойно это все воспринимают, это ожидаемо. Поэтому самое важное родителям понять, что от их позиции будет зависеть позиция ребенка. И все-таки главное родителю найти для себя эти плюсы. Плюсы я еще раз перечислю, еще раз напомню. И важно просто суметь донести вот эти плюсы для своих детей. Самый главный плюс – это возможность перед уходом на каникулы все-таки вспомнить, что такое школьная жизнь, для того, чтобы легче было адаптироваться уже в сентябре. Потому что в прошлом году детские психологи отмечали рост обращений родителей именно в связи с тем, что детям очень тяжело снова включаться в учебный процесс после вот этого длительного полугодичного перерыва. Второе, это важно помнить, важно понимать и объяснять ребенку. Ребенок должен общаться со своими одноклассниками, со своими сверстниками, должен общаться с детьми, потому что только в процессе живого общения дети учатся коммуницировать, они учатся выстраивать коммуникации, они учатся решать какие-то конфликтные ситуации. К большому сожалению, от сидения дома эти навыки не формируются, это только при живом общении. Следующий момент – это возможность ребенку больше времени проводить на улице, потому что ребенок вышел, дошел до школы, он уже подышал свежим воздухом, вышел на перемене, погулял, после школы пообщался с одноклассниками. То есть для детского организма это очень важно – свежий воздух, прогулки на свежем воздухе. Следующий момент – это возможность все-таки подтянуть какие-то свои недочеты, подтянуть материал посредством общения с педагогами и со своими одноклассниками. То есть будет такая живая помощь, а не помощь онлайн. И очень важный момент, учитывая, что отмечают родители особенно, растущий уровень конфликтности между детьми и родителями, потому что родители, по сути, выполняют функции, ну не то что педагогов, а таких вот каких-то надзирателей, которые постоянно говорят: «учи уроки, учи уроки». И в связи с этим у детей возникают с родителями всегда конфликты. То есть сколько ты будешь меня воспитывать, сколько ты будешь меня учить, мне это надоело. И отмечают родители то, что дети перестали слушаться и становятся на этой почве вспыльчивыми, агрессивными. То вот возможность выхода в школу поможет минимизировать количество вот этих конфликтных ситуаций, потому что теперь все-таки успешность, успеваемость детей будут контролировать и регулировать педагоги. То есть таким образом снизится, ну, немножко улучшится взаимоотношения между детьми и родителями. Наверное, это будет самым важным аргументом. Хочеться, до речі, трішки поговорити про ці конфліктні ситуації між дітьми і батьками, тому що дійсно ми не знаємо, що буде у вересні. Ситуація змінюється не те, що щодня, щохвилини з'являються якісь нові або обмеження, або навпаки дозволи. І що очікувати з 1 вересня, з початку наступного навчального року, ми не знаємо. Сподіваємось, що діти будуть все ж таки відвідувати школу, і, як ви сказали, всі ці плюси у них будуть присутні у житті, але ну, сказати наперед ми, на жаль, не можемо. Отже, хочеться запитати, як батькам та дітям, от, ну, скажімо так, виживати у карантині, в умовах карантину, щоб не конфліктувати? От якісь поради від вас і як від психолога, і як від мами? Ну, во-первых, первое правило – спокойствие, только спокойствие. Это знаменитая фраза господина Карлсона. Что нужно понять родителям и детям? От того, что они будут орать друг на друга, ситуация не улучшится. Наоборот, все только ухудшится. Чем спокойнее, чем адекватнее, чем устойчивее будет восприятие сложившейся ситуации, тем, соответственно, будет легче ее разрешение. Понятно, что мы говорим о детях старшей школы, это уже 10+, возраст 10+, это начало вот этого пубертатного периода, либо уже его расцвет. Понятно, что если это 5-6 класс, то детки, ну, только начинают каким-то образом отстаивать свое мнение. А уже говоря о детях постарших, то там, конечно, что-то объяснить, доказать ребенку очень сложно.
Самое главное, что нужно сделать родителям, во-первых, понять для себя, почему возник карантин. Это не потому, что стало кому-то скучно, а потому, что так сложилась ситуация. И потому, что другой формы обучения в этой ситуации быть просто не может. И хватит критиковать, и хватит ходить постоянно это обсуждать, спорить, доказывать. Не изменится ситуация, потому что такая обстановка, извините, в мире. То есть чем спокойнее будут родители воспринимать эту ситуацию, тем спокойнее будут дети. Второе, если родители будут кричать на детей, конечно же, это будет вызывать обратную реакцию. Ребенку нужно формировать мотивацию, почему ты учишься, для чего ты ходишь в школу. Не для того, чтобы получать оценки, а для того, чтобы набираться каких-то знаний, для того, чтобы учиться общаться, потому что все-таки посещение школы, еще раз повторюсь, да, позволяет ребенку формировать навыки коммуникации. Лично я своему ребенку объясняю, что мозг человека развивается до 19 лет. И вот сейчас происходит, моему ребенку 10 лет, сейчас у него происходит процесс развития мозга. И от того, насколько он сумеет получить разнообразные, разноплановые знания, и будет, собственно говоря, зависеть вообще его возможность рассказывать что-то, объяснять, познавать мир, выстраивать общение с окружающими, быть интересным собеседником, познавать какую-то новую информацию, получать какие-то новые знания. То есть ребенку важно это донести, объяснить и рассказать, и немножко оставить такую, знаете, как несколько сантиметров на самостоятельность. Для того, чтобы это не было только инициативой родителей, когда вот ребенок чувствует себя подавленным, зажатым, родители за него приняли решение. А когда мы ему оставляем немножко такой свободы и понимания, что это же нужно тебе. Ты учишься не ради меня, не ради оценок, не ради табеля, а ради того, чтобы позволить своему мозгу воспринимать информацию. Потому что, по сути, человек должен учиться вообще всю свою жизнь. Не только вот мы закончили школу, университет и все. Нет, потому что человек должен все-таки получать образование постоянно в течение всей своей жизни. Що ж, дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили, як учням безболісно повернутися до навчання. Вже завтра закінчується довгий період без школи і допомагали відповісти на всі наші запитання наша гостя, психологиня Катерина Міллер. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте!